На телеканале «Звезда» время новостей. В студии работает Юлия Рубцова. Здравствуйте, и сегодня в эфире. Ситуация с коронавирусом на личном контроле президента. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область. В Новополоцке подвели итоги работы депутатской комиссии по принятию поправок и предложений для внесения изменений в главный документ страны – Конституцию. В Беларуси за 10 месяцев 2020 года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию почти более 3 миллионов квадратных метров жилья. Планы по строительству на будущий 2021 год сегодня уже четко определены. В Беларуси обсуждают вопрос расширения возможностей использования семейного капитала. Вооруженные силы Беларуси готовятся к проведению военной присяги. В осенний призыв провести ее решено в присутствии родных и близких новобранцев. Подробности далее. Ситуация с коронавирусом на личном контроле президента. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебской области. Первым делом направился в областной родильный дом. Учреждение здравоохранения продолжает работу в условиях COVID-19 под наблюдением медиков. В настоящее время 45 беременных женщин с коронавирусом со всей Витебщины. Президент подчеркнул тот опыт, который имеет сегодня Витебская область в борьбе с COVID-19. Ведь именно северный регион первым столкнулся с вирусом на территории Беларуси. Его применяют и в стенах родильного дома. Время показало правильность принятых ранее решений, несмотря на то, что они были вразрез с рекомендациями ВОЗ. Было принято решение, не глядя на то, что ВОЗ рекомендовала и говорила, что можно в совместное пребывание матерей и новорожденных в палате. Вы новорожденных забирали? Мы забираем сразу. С мамами мы проводим разъяснительную работу. Вопросов нет. Это правильно. И сколько примерно дней находится без матери новорожденный ребенок? По выздоровлению, при получении отрицательного, пока не выздоровеет она, мама, только тогда мы отдаем новорожденного. И больше ни один новорожденный у нас не заразился. Все детки здоровые. В родильном доме президент посетил палаты терапии, реанимацию, пообщался с роженицами. В Витебске президент также принял участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия COVID-19. Ситуация напряженная во всем мире, Беларусь не исключение, вместе с тем не выходит из-под контроля. Самый главный показатель – это смертность. Сколько, Николай Николаевич, за сутки умерло у тебя? 2 человека, а вчера – 0. В Витебской области, которая у нас сегодня – не лучше. За сутки умерло 2, за прошлые сутки 0. Спрос будет прежде всего за сохранность жизни. Я хочу, чтобы министры, губернатор и все губернаторы услышали. Главное – это сохранить жизнь человеку. Все остальное второстепенно. Хватит СИЗов – не хватит. Будут лекарства – не будут. Без лекарств спасли человека. Спасибо. С лекарствами спасли. Благодаря им тоже вам спасибо. Но погиб человек, за каждого ответите. Стабилизация ситуации с распространением коронавируса сегодня задействованы представители всех ветвей власти. От председателя горрайсполкомов до министра здравоохранения, подчеркнул президент. Это позволяет понимать реальную картину в регионе и принимать оперативные решения, если в таковых появляется необходимость. За примером далеко ходить не нужно, вот так оперативно в области было решено в избежание распространения COVID-19 в стенах родильного дома направлять роженицы в Витебский клинический областной родильный дом. Его для оказания помощи беременным роженицам, пациентам гинекологического профиля с COVID-19 и признаками других респираторных патологий перепрофилировали в начале ноября. Штатный режим пришлось подкорректировать под новые условия и в регионах. На сегодняшний день все пациентки, которые планово госпитализируются в родильный дом, проходят в условиях женской консультации ПЦР-обследование на наличие COVID-инфекции. В случае, если эта инфекция выявляется, то эти пациентки у нас по приказу Главного управления здравоохранения области, они госпитализируются в областной роддом города Витебска. Если тест на ПЦР отрицательный, то пациентка тогда поступает в родильный дом. Во все отделения родильного дома госпитализация осуществляется таким образом. Предусмотрели и варианты экстренной госпитализации. В таком случае у будущей мамы измеряют температуру тела и собирают эпитанамнез. При необходимости в приемном покое делают экспресс-тест на коронавирус. При положительном результате пациентку госпитализируют в обсервационное отделение. По данным, на 4 декабря в Новополоцком роддоме на свет появилось 1689 новорожденных из Новополоцка, а также 8 близлежащих районов.
Для повышения рождаемости в стране сегодня создают условия не только в здравоохранении. Велика роль социальной поддержки, она постоянно совершенствуется. Сейчас в Беларуси обсуждают вопрос расширения возможностей использования семейного капитала. Об этом журналистам сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Одно из предложений – разрешить за счет этой формы поддержки материнства погашать ссуды на строительство, которое предоставил наниматель. Стоит отметить, что сегодня большинство многодетных семей предпочитают досрочно использовать семейный капитал именно на цели улучшения жилищных условий. В Новополоцке за 11 месяцев этого года за досрочным использованием семейного капитала обратилось 242 семьи. Из них 216 заявлений подано на улучшение жилищных условий. По принятым решениям за этот же период было 216 рассмотрено заявлений и принято положительных решений. Часть еще заявлений находится на рассмотрении. За 11 месяцев принято решение на 121 заявление рассмотрено, принято положительное решение на реконструкцию строительства жилья. 73 заявления было принято положительных решений о погашении кредитов на строительство жилья. 8 заявлений на покупку жилья. В целом по республике для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за первые 10 месяцев этого года введено в эксплуатацию 1 176 000 квадратных метров общей площади жилья. С государственной поддержкой почти 890 000 квадратных метров. Всего в Беларуси за январь-октябрь 2020 за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию почти 3 000 000 квадратных метров жилья. Уже формируются планы и на будущий год. Планы по строительству на 2021 год сегодня уже четко определены. В Новополоцке возведение жилых многоквартирных домов сейчас ведется в микрорайоне 10А. Здесь же оно продолжится и в следующем году. На этой территории в 2021 планируют построить еще 4 многоэтажки. Помимо микрорайона 10А, в Новополоцке в предстоящем году появится еще одна стройплощадка. Это микрорайон 8А. Но прежде чем начать строительство на новой территории, необходимо провести ряд подготовительных работ. Вырубка деревьев, мелкой растительности и не только. Уже в 2021 в микрорайоне 8А построят 2 9-этажки. В скором времени в генплан Новополоцка внесут небольшие изменения. Какие-то коррективы по планировке, нормы меняются, в частности, постоянно вот экологические нормы, да, там требования ужесточаются какие-то по жилой застройке. Ну, скажем, вот парковочные места. Сегодня, если ранее там по автомобилям была одна норма, то сегодня на где-то вблизи, ну, в полукилометровой зоне должно быть на каждую квартиру парковочное место. Генплан Новополоцка значительно не изменится, да и это практически невозможно. Город, с одной стороны, ограничен промышленной зоной, с другой – рекой Западная Двина. К слову, на правом берегу реки новополоцкие дома уже через несколько лет начнут строить. В 2021 году планируется разработать проект детальной планировки этой территории для застройки нового квартала. И здесь еще большую значимость приобретает строительство нового моста через реку Западная Двина. Новый мост – это составная часть как бы большого проекта, да, ну, проекта финансового, да, в первую очередь, это Лепель-Полоцк, реконструкция дороги, обход города Полоцка. Третий – это вот новый мост через реку Западная Двина в районе, ну, под Костельце, Чернищина. И еще реконструкция нашего существующего Калининского моста, да. На сегодня финансирование, естественно, средства огромные, поэтому это с Евразийским банком, как там, и инфраструктурных проектов. Минтранс пока ведет переговоры. Архитектурный проект нового моста на сегодня уже выполнен приблизительно на 60%. В то же время проводится обследование имеющегося, Калининского. В частности, в сентябре этого года проверили состояние рабочей арматуры на предмет ее сохранности, а также для принятия последующих решений. Понятно одно – масштабной реконструкции этого сооружения в ближайшем будущем не избежать. Глеб Прокофьев, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». В эти дни в регионах приступили к подведению итогов работы депутатских комиссий по принятию поправок и предложений для внесения изменений в главный документ страны – Конституцию. В Новополоцке работа началась в начале сентября, спустя почти 3 месяца продуктивной работы. Во время внеочередной сессии Новополоцкого городского совета депутаты подводят итог кампании. Более 250 предложений поступило от жителей Новополоцка. Мнения были проанализированы и легли в основу 19 глобальных предложений, которые поступят в Палату представителей
жителей и Совет Республики, а также и Витебский областной совет депутатов. Нужно отметить, что новополочан волнуют различные сферы жизни, выборы президента Республики Беларусь и максимальное количество сроков, перераспределение полномочий между президентом, Национальным собранием и правительством, отмена либо мораторий на смертную казнь, создание отдельного органа, реализующего молодежную политику и не только. Помимо внесения правок в Конституцию, были сформулированы предложения по внесению изменений в налоговый и бюджетный кодексы. Этому вопросу в документе отведен целый блок. Мы хотим, чтобы все-таки город Новополоцк имел гораздо больший процент поступления от налогов в местный бюджет. Это касается подоходного налога. На сегодняшний день 50% идет в город, 50% идет в областной бюджет. Мы предлагаем цифры 60 и 40. Здесь же поднимали вопрос перераспределения средств налогов, которые сегодня в полном объеме отправляются из Новополоцкого в областной и республиканский бюджет, а именно экологический налог, налог за сброс сточных вод, налог за хранение и захоронение отходов. Для города Новополоцк это достаточно актуально. Учитывая экологическую ситуацию в городе, мы все-таки хотим, чтобы предприятия, часть этих налогов, хотя бы 20%, шло на наш город, и мы могли использовать его на улучшение системы здравоохранения, развитие физкультуры, спорта. С итоговым вариантом документа можно будет ознакомиться на официальном сайте Новополоцкого городского исполнительного комитета, а также сайтах городских средств массовой информации. Все предложения, не включенные в итоговый результат, будут переданы в секретариат Белорусского собрания делегатами масштабного форума от Новополоцка. Вооруженные силы Беларуси готовятся к проведению военной присяги. В осенний призыв провести ее решено в присутствии родных и близких новобранцев. Напомню, в июне в связи с эпидобстановкой новобранцы весеннего призыва присягали на верность родине без участия гостей. Тогда было решено организовать онлайн-трансляцию. Новое же пополнение принесет военную присягу уже 12 декабря. В связи с эпидситуацией Министерство обороны информирует родственников и друзей новобранцев, которые планируют разделить торжественный момент с военнослужащими, о необходимости строго соблюдать меры защиты от распространения коронавирусной инфекции, а именно соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Напоминают в министерстве. Военное ведомство также просит тех, кто не уверен в состоянии своего здоровья, отложить визит в воинскую часть. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии, Минобороны организует онлайн-трансляцию. Ее проведут из самого массового места принятия присяги 72-го объединенного учебного центра в Печах, говорится в сообщении. В связи с эпидобстановкой в сборных пунктах проведены дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение коронавирусной инфекции. А прибыв к месту службы, все новобранцы проходят двухнедельную изоляцию. Из Витебского областного сборного пункта в воинские части направлено для прохождения срочной воинской службы около 1500 человек. Защита Отечества является почетной обязанностью и священным долгом каждого молодого человека, гражданина Беларуси, которому исполнилось 18 лет. Это возможность внести свой вклад в повышение обороноспособности нашей страны, сохранения стабильности и мира. Кстати, сделать это можно не только белорусской армии. Многие молодые люди, не дожидаясь совершеннолетия, добровольно принимают решение об участии в мероприятиях на благо общества. Ежегодно ряды молодежных отрядов охраны правопорядка пополняются. И сегодня в стране функционирует почти 700 таких отрядов, куда входит более 15 тысяч активистов. Однако это не значит, что все они помогают исключительно правоохранительному блоку. Например, в Новополоцке один из трех действующих молодежных отрядов направлен на взаимодействие с МЧС. И надо отметить, его ряды активно пополняются. Ежегодно ряды молодежного отряда охраны правопорядка именно по взаимодействию с Новополоцким городским отделом МЧС пополняются порядка 20-30 молодых ребят. То есть каждый год на смену тем, кто уходит, мы набираем новых, которые нам будут активно помогать в течение всей своей учебы здесь. И надеемся, когда-нибудь они придут и пополнят ряды уже спасателей и придут к нам на службу. Региональные отборы к 30-му международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» и 29-му международному детскому музыкальному конкурсу в эти дни стартовал в Беларуси. Первый этап отборочных туров состоялся 12 ноября в Гомельской области. Сегодня, 4 декабря, отбор проходит в Витебске, а уже 11 декабря отборочный тур примет Брест. Такая информация размещена на официальном сайте Витебского облсполкома. В результате для участия во втором этапе жюри выберет из всех регионов и Минска по 5 участников в каждой возрастной категории.
категории. Участники конкурсных прослушиваний представят по две композиции. Дети споют эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке, а также песню, которая наиболее ярко отражает их исполнительское мастерство и артистические способности. Взрослым предстоит выступить с эстрадной песней композитора славянской страны на одном из славянских языков, а также исполнить популярную композицию на иностранном языке. Победители национального отбора представят в Беларуси в вокальных конкурсах юбилейного 30-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В завершении информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании, а свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и до новых встреч в эфире телеканала «Звезда».